Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это великолепный телефон OnePlus 8 Pro. И сейчас я вам покажу некоторые фишки этого устройства, точнее некоторые секретные коды. Итак, давайте приступим. А на этом телефоне они удивительные и не универсальные, такие, каких практически нет ни на каком устройстве. Поэтому давайте приступим. Конечно же, на заднем плане вы видите наш сайт, который, я надеюсь, уже вам давно стал любимым. И на нем как раз-таки и описаны абсолютно все коды. Так, давайте приступать. Итак, первый код – это версия аппаратной платы и QR-код. Звездочка, решетка, 3 восьмерки, решетка. И вы видите вот такой вот QR-код и версия вашей аппаратной оплаты. Вот здесь она, в принципе, есть. Также можете проверить версию вашего программного обеспечения. Проверяется она таким вот образом, нетривиальным. Вот. Естественно, IMEI проверяется вот так вот. MIUI, IMEI 1, IMEI 2. Также вы можете зашифровать или уже показать IMEI и MIUI. Это звездочка, решетка, 6-6 решетка. Вот таким вот образом. Вот он, пожалуйста, зашифрованный. Вот он, пожалуйста, расшифрованный. То есть, как вам угодно, в принципе. Также можно проверить, внимание, такого нигде просто еще в жизни не видывал. Проверить погоду. Звездочка, решетка, звездочка, решетка. 5-5-6-8-8. Решетка, звездочка, решетка, звездочка. И таким образом можете проверить погоду. Не знаю, насколько это нужно, но есть. Можете с помощью кода звездочка, решетка, звездочка, решетка. Затем 4636. Решетка, звездочка, решетка, звездочка. Перейти в режим проверки телефона. Да, тестовый режим. Информация о телефоне, статистика использования, информация о Wi-Fi. В общем-то, полезная вещь. Календарь. Конечно же, вы можете всегда проверить календарь с помощью кода звездочка, решетка, звездочка, решетка, 225. Да, 225. Решетка, звездочка, решетка, звездочка. Но у меня никаких событий нет практически. Ну, там были какие-то, вот видите. Сейчас, секунду. Звездочка, решетка, звездочка, решетка, 225, решетка. Звездочка, решетка, звездочка. Вот у меня 16 мероприятий, например, да, доступных на ближайшее время. То есть они как бы есть, и у меня показывается, сколько их на каком аккаунте. Итак, можно проверить диагностику FCM. Таким вот образом можете проверить, какие ивенты здесь. Можно включить режим продвинутый. Да, и здесь вы увидите еще больше ивентов. В общем-то. Также, конечно же, есть один код, которым я не советую пользоваться. И за мной не повторять. Этот код сотрет абсолютно все данные с вашего устройства. Звездочка, решетка. Звездочка, решетка. 2, 9, 4, 7, 3, 2, 2, 4, 3, звездочка. Ой, простите, решетка, звездочка, решетка, звездочка. И после такого кода ваш телефон перезагрузится. Я специально сделал одну ошибку для того, чтобы телефон не перезагрузился и не сбросился прямо сейчас, потому что у меня есть важные данные на телефоне. Поэтому вы там решаете, вписывать такой код или нет. Ну что ж, а вам сейчас спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока!